Каждый четверг в храме во имя святителя Луки крымского города Екатеринбурга проходит занятие по изучению священного писания, организованное для жителей компрессорного микрорайона и всех желающих. Известно, что за понятными на первый взгляд словами Евангелия кроются очень непростые темы, и их необходимо осмысливать. Прихожане вместе с настоятелем прихода святителя Луки, протоиереем Анатолием Куликовым, обсуждают, почему прощение Бога зависит от умения прощать ближних, для чего дается пост и многое другое. Занятие по изучению Священного Писания проводится в храме святителя Луки Крымского каждый четверг в 19:00. К участию приглашаются все желающие. Екатеринбург, улица Хвойная, 80.